Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами Годхант и Каспер, и мы начинаем смотреть All-Stars матч. Команда Ноутейла, команда Чуаня, вот они! Красавец, просто красавец! Привет, ребятушки! Да, и... Закончилась официальная часть, начинается немного развлекалово, как я понимаю. Ну, самую малость, я думаю, можно посмотреть. Так, у нас там какой-то файт рекап только что был, ничего страшного. Вот она, дуэль. И... Нам обещали что-то феноменальное. Да, ну, естественно, спрашивают, насколько уверен. Мы, как видите, с Витяном достаточно уверены. Я сейчас попробую. Кенси заводит толпу. Но, судя по виду Ноутейла, нельзя сказать, что он волнуется. Мне кажется, он перестал волноваться после того, как покинул этот турнир. Да я тоже думаю, что не особо ты волнуешься, когда уже 800-ка отлетела там. И, честно говоря, я не особо в курсе вообще, что у нас должно происходить. Аналогично, Роман. Вот, мы пытались развести режиссера нашей трансляции на какую-нибудь инфу, но он партизан. Он не раскололся. Да вообще ничего не сказали. Сказали, ребятушки, Дота вам не понадобится. Так, ну я так понял, там начинается выяснение отношений. PvP или засал вот это? Да, 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 да. За гаражами на отвертках сейчас начнется махач. Ну, в общем, про поддержку команд сейчас идет речь. И я, кстати, разговаривал с ребятами, которые занимаются воркшопом. Они ходили сегодня в секрет-шоп. Но Чуань явно как-то остро пошутил. Красава. Так вот, рассказывали, что... Чё с баблом, Ноутейл? Футболок Чуаня было продано не так много. Они бесплатно раздавались? Ну, в смысле, вообще раздано, я не знаю, на каких условиях. То, что зал зеленый, в принципе. Да нет. Ну, вообще, да. Вот если посмотреть налево, направо больше зеленых. Ну, так и есть. Хайп, хайп, хайп. На самом деле, это колонки, ребят. Никто не кричит. У нас тишина, пустой это зал. Это повтор, пустой повтор. Зал. Вам включают записи смонтированные, естественно, когда зал был полный. Это все статисты, которые просто были вынуждены. Так. Ну, в общем, она говорит про то, что они сейчас будут выбирать какую-то рандомную секцию, и что-то должно происходить. Я по-другому все понял. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, рассказывай, что ты понял. Кейси заводит толпу. Ну, ты прав. Я угадал! Ты прав. Прав, как Дота, прав. Перфект! Я думаю, у нас есть годная замена переводчику. Да. Ага. Короче, она сказала, что они сейчас будут подсвечивать секцию, и капитан команды будет брать кого-то из этой секции. Не знаю, правда, для каких целей. Какая разница, если бы тебя позвал с собой? Нет, чувак не выиграл. Но нет, не те ребята. Можно кому-нибудь из Virtus.pro, например? Я готов на любые цели. Так, все замерли. Так, где? Вот-вот-вот, их подсвечивают сейчас. Вот они сверху, да, и показывают на них, они болеют. Там все зеленые. Там капа! Там не только капа. Там еще тайдухов. Посмотри, подушка с Тайдхантера. Да, ну вот Ноутейл выбирает пацана какого-то или девушку, пока еще непонятно. В общем, кого-то из этой всей толпы. Кого-то выбрал, кому-то повезло. Где? Знаю, вот скапай, скапай, скапай. Это был чит, согласись. Да, на самом деле, капа это подруга. Скапай. Капа это подруг. Реально нечестно. Эй, капа, капа, эй, капа, эй, эй. Не, на самом деле, блин, ну это реально несправедливо. Почему? Он знал. Ну, это было самое очевидное, если ты сделаешь плакат ты с капой. Ты же не знаешь, тебя выберут ли твой сектор. Какая разница? В любом секторе есть чувак с капой. Ты сейчас увидишь? Нет, там нет, есть видишь? Чувак с волосатым пупком, я заметил. А волосатый пупок капу это я почти пока как не капа. Вижу. Ну, такая интимная капа.
Тут, видишь, мало отличительных черт, поэтому сложно выбирать. Замечаешь, ничего что не шарят. Побольше... Он опять показывает волосатый пупок. Возможно, какой-то знак. Он опять что делает? Манит? Чуаня? Ну, возможно. Но они одной весовой категории. Так, и кого он выбрал? А, чувак в белой кепке. Давай! Так, ну он уже явно куда-то спешит. Я так он понимаю, побежал. Ребята сейчас должны будут куда? К нам на сцену прийти? Или... Наверное, да? Deal with it просто. Может, их просто выводят из арены? Сказали, выберите чувака, который вам не понравился. Вот этот охрана. Запарил у меня твоя капа в чате. Охрана, выведите его, пожалуйста, из зала. Так, еще один сектор. Там какой-то чувак, похожий на Тоби. Я не исключаю, что это он. Голый чувак! Ксяоит! Голый Ксяоит! Причем шутка про волосатый пупок была не такой значимой. Кто бежит? Я не знаю, кто-то бежит. Я бы, на самом деле, в тупую, типа, знаешь, показали на сектор, сразу пошел, спустился, выбрали меня. Ну да. Может, да он на меня тыкнул, да, все нормально. Он по-русски сказал, все. Так. И все голые! Господи, что происходит? Боже, все куда катится этот мир? Там опять капа. Да, смотри, чувак с капой должен затащить. Смотри, вот, чувак с капой. Чувак с капой. Но он одет. Но... Возможно, это чит. Что за китайская коробка? Есть еще девушка, что за и она тоже один. Просто человек. Почему человек машет с коробкой от микроволновки, возможно. Ковер. Так, говорит, я смотрю на вас. Молодой человек спереди. Меня бери! Я тоже, в принципе, не против поучаствовать. Почему все голые? Что происходит? Это какой-то конкурс? Не знаю. Волосатые пупки 2015? Возможно. Не брить пупок в 2015-м! Ты тоже бреешь пупок? Да, конечно. Все должны брить пупки. Да, я уверен в этом. Так, кого-то позвали, я, правда, не успел увидеть кого, но я думаю, мы и так разберемся. А потом их покажут. Я не вижу этих людей. Мне страшно, что с ними происходит дальше. Это повтор. Ну, она говорит, вы не обязательно должны там напрямую что-то указывать. Можете просто установить типа визуальный там контакт или руководство своим типа энергией. Говорит, откуда вы знаете, что я уже так не делаю? Такая прохладная шуточка, прохладная. У нас поярче будут, поярче. One? Что one? А, это типа секция? 122. Секция, вот она. Сзади нас. Одна из самых активных, между прочим. Вот тут за английскими комментаторами. Ну, эти за... хотя бы не раздеваются. Да, и за китайскими тоже очень много людей собралось. Это команда Чуаня, а нет, Нотейла. Ну, не, Чуаня тут очень много. Вот этого бери пухленького азиата, он сто пудов не подставит тебя в нужный момент. Ну, зато если попадешь на Небдайм остров, с ним будет нормально. Но он тебя сожрет в первый день. Что тебе будет нормально? Ты-то быстрее бегаешь, чем он. А вот в обратном порядке проблемы. О, чувак с хуком. С хуком. У меня тоже есть хук. С так. Собственным годхантом на нем. Могу так приподнимать. И его опять увел куда-то лысый мужик. Ты видел хоть одного человека, которого увели? По-моему, это лысый из Брайдерс. Я догадываюсь, куда их увели. Так может и мы тоже рванем? Да я уверен, что он там будет не один. Именно поэтому я и предлагаю. Изи гейм, говорит, да. Развалит в мясо, короче. У нас будет чуть более точный перевод. Опять 120 чё-то. 128? Не, это там. Это справа, смотри. А, ну да. Кейси завела толпу. Толпа реально завелась, посмотри. Прыгают. Там толпа тайтхантеров. Там реально толпа тайтхантеров. Ультой! Вообще это уже очень сильно похоже. 3-2-2. Американский сектор, вашу дивизию. 3-2-2. В смысле, американский, азиатский сектор? 3-2-2. Я уверен, что они знают, что такое 3-2-2. Что, возможно, это никакого. Возможно, они и заливали бабки на тот матч. Чуань опять явно сказал что-то очень остроумное. Остроумный Чуань. Остроумный Чуань. Can...
Так, ну, видимо, кстати, они решили, что конкурс без маек — это слишком рисково, поэтому называют просто рандомный номер из этого сектора. 3-2-2. 3-2-2. 2-2-8. Да, тут Кейси успокаивает людей, которые слишком буянят. Так, 106-й сектор. Вот, вот они, он вот поднимается. Они. Пакеты с какой-то попкорном обсыпался. Терминатор. Человек сыпет на себя попкорн. Тоже нормально. Это мне напоминает Гарлем Шейк. Надо было соответствующую музыку подрубать. Я бы желал... Вот ты посмотри на невозмутимого чувака в очках. Да, он просто невозмутим. Это подставной, смотри, пацаны, его сейчас выберут. Может, это манекен? Не, он жует что-то. Смотри, он сейчас пойдет. Нет? Нет, он садится. А нет, говоришь, просто, просто какого-то типа. Да это охранник, по-моему. Да, мне вообще интересно, в чем будет суть. Зачем выбирают этих людей и куда они пропадают? Да хватит уже выбирать их. 1-10. Вот, кстати, мало людей, нормальные шансы. Быстрее перебегайте в соседний сектор, если кто-то нас слышит. Если очень быстро ломануться, можно успеть. Опять голые люди, это что ж делается-то? Большой мужик держит другого голого мужика, это нормально? Ну, тут уже можно, с недавних пор, да. Смотри, он его держит. Я бы спросил, все ли в порядке, потому что не факт, что это по обоюдному согласию. Не, ну выглядит он вроде довольно счастливым. Так, у нас тут человек с флагом. Он пошел? О, боже мой, вы слышите, что происходит? USA. Главное пафосно обмотаться и скрыться, да, в неизвестность. А я не знаю, что люди так радуются. Они не знают, куда их ведут. Я бы не радовался. Откуда столько радости вообще? Возможно, у них так хреновая жизнь. Если бы меня куда-то уводил здоровый, темнокожий, лысый мужик, я бы задал пару вопросов, прежде чем соглашаться идти. Ну, вообще-то да. Есть этот вариант задать вопросики. Четырнадцать. Или 30. У нас, непонятно, в школе был пацан с, да, фамилией Фотин. Мы называли его 14. И нам было весело, Карл. Пошли прохладные шуточки от нас теперь. Ну, пора. Мы нас туда как бы для этого и посадили только. Ну, в принципе, да. Сколько еще голых, пухлых мужиков? Не, я мог бы сам составить им компанию ребятам. Реально, мы могли бы здесь тоже потрясти жирком, ну... То чем? Я мог бы за двоих потрясти. Я бы посмотрел. Так говорит, I need you. По-моему, да, он какую-то песню, по-моему, спел сейчас. Да, и просто толпа людей побежала. Я? Говорит, или дред большой? Небритый дред. Небритый дред. Нет, дред не игрок, поэтому... Дред не игрок, иди сиди. А они реально оба идут. Побежал ты. И Пирион Флакс тоже там сидит. Он с 14 так не бегал, как сейчас побежал. И Капоптосис тоже. А, тут какой-то идет. А, на камень-ножницы. Смотри. Давай. Я бы рубанул просто как в челюху. Как настоящие мужики. На месте кого? На месте дрища? Ну, хотя бы. И бежал. И бежал бы дальше. Давай, давай, давай. Развали ему кабинет. Давай. Но! Слахтя! Изи каточка, а вообще. А что, он забирает неудачника? Иди сюда с бумажкой, который... Вообще что-то развалил, не по шансам. Конечно, best of 1, рандом, все дела, но что поделать, это киберспорт. Ну это... Как там, камень-ножницы, бумага, C-рулетка? C-рулетка? Так, последний пик. А, 1-20. О, это прям за нами. Друзья, мы там где-то внизу. Нас, может быть, даже будет... Вот-вот, за нами кричат люди. Там наверху. Там пикник, дайр-тайт. Выбери меня! Я думаю, может, нам стоит? Давай попрыгаем, да, тоже? А кто пикает? Кто пикает? Вам на тейл. Не хотят нас пока брать, мне кажется. Что-то мы с тобой хреновые. Пролетаем. Так, ну они что-то явно задумали.
Они договариваются, кого пикать? Что за фигня? Походу, договорняк. Договорняк, реально? То есть, я, кажется, понял, при чем тут 3-2-2 на вот соседнем секторе. Они все знали. Они все друзья, знали. Чуаня. Слил сзади инфу. Люди, сзади люди что-то выкрикивают. О, с боксерской перчаткой, флагом. А, это Сигиль Тускара. Пиктеки Сурай. Кстати, это чувак с плакатом Пиктеки Сурай. Он реально перебегает из сектора в сектор. Я его уже не первый раз вижу. Он вспотел и устал. Выбери, вот он умрет. О! Вот это оно! Да ну, кстати! Давай, давай, братан! То есть, в принципе, у каждого был шанс. Но говорят, давай уже петляй скорей. По-моему, судя по поднятым рукам вверх, что-то идет не так. Походу, да. Она его толкает. В пропасть, возможно. Так, тут опять Кисси что-то кричит. Так, ну и обратно мы возвращаемся на сцену. Нам что-то должны интересное рассказать. Ну, давайте. Нас подводят к этому фалокамню. Да, кстати, когда он крутится на фоне кабинок, очень похоже, что на них падает огромный... Как там? Как помнишь то кино? Типа, это же огромный, он похож на летающий. Да-да-да-да-да, все из того же репертуара. Где доктор зло вот это? Да-да-да-да-да-да-да. Ну, я думаю, люди сейчас смотрят, они прекрасно понимают, о чем мы говорим. Это что-то из... У меня есть. Так, они куда-то идут, слушай. Там большое количество стульчиков. Там огромное количество стульчиков. Так. А, и это сыр! Тот самый сыр! И сейчас бульдог такой подбегает, хоп, и тиканул. А тут лода есть. Чиз! Поклоняйте сыру. Я бы сейчас смотался его... для чиза. Да, и говорит, еще маленькие чизята тут есть. Чизеныши. Чизеныши? Да, да. Что он сказал? Не знаю. Недовольны все ответом? Десять на десять. На десять. Заруба. 10. Я так понимаю, что было 5 выбрано чуваков для каждого из коллективов. Просто 5 чуваков. И 5 еще будет ребят из голосования по All Stars матчу. Насколько я быстро успел сообразить. Ты неплохо. Не, будет очень забавно, если 10 про будут играть против 10 чуваков из зала. Это было бы действительно очень забавно. Они что-то кричат. Я не знаю, что они кричат. Что, подожди. У меня Кисси заводит толпу. Что? И Чуань, опять остроумная шутка. Чуань, прекрати. Это все выйдет в следующей неделе, абсолютно все могут в это поиграть. Да, ну да, и, конечно, толпа завелась. Так. Потому что Кисси, что бы ни говорил, она толпа априори заводится. Заводит толпу. Dota 3. Все хотят Dota 3. Все говорят, Dota 3 нужна. Да, нормально. Хотя бы со второй закончили. Где мой питлорд? Что за фигня? Так, ну, в общем, она опять пытается завести толпу. Толпа пока что не особо завелась. Возможно, Чуаню стоит опять пошутить. Опа! Видишь, она тоже подумала, что пора бы. Но Тейл сделал невозбудимое лицо. Невозбудимое? Вот сидели, отдыхали, наши тренерские штучки. Да, ну, собственно, сейчас должна начаться у нас уже каточка. И человек с камерой с надписью «Став». Опа, волна пошла, хорошо. Витян, ты готов? Давай, а когда так, мы? Сейчас, 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 сейчас. Мы с другой стороны должны быть. Сейчас вот мы до нас. Смотри, смотри. Не-не-не, смотри, сейчас до нас идет, 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 идет. Мы попали, интересно? Я надеюсь, да. Еще круг пошел. Еще, еще, еще. Смотри, смотри, смори. Так, я вынужден отпустить хук. Это, я готов пускать. Yeah!
лучший круг. Не, ну волна, в принципе, неплохо получается. Да, кстати, нормально. Дотеры тимплейные. И давай, поехали. Мы попадаем, интересно? В смысле попадаем? Или на нас косо смотрят? Не-не-не, мы нормально попадаем. Мне кажется, ОД Пиксель не понимает вообще, куда он попал здесь. Ты смотри, он как-то нехотя этим занимается. Я следил за ним. А сколько раз это будет происходить? Я устал вставать. Я тоже не знаю. Да я... Я в спортзале столько не приседаю. Может, хватит? Что это, 10 кругов ада? Кого мы призываем? Какого хрена? Я думаю, что дело в Питлорде. Мы Питлорда призываем? Возможно. Я хочу Питлорда. Так, а ну, стой, стой. Так, говорит, у нас в команде... Опа, пошла жара. Да, да, да. И он идет, этот... Он как тренер по боксу. Да, 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 действительно. Тухайс не похож на боксера. И вот он Пупей. Да, и Феррари там, я видел, тоже идет. Директор. Директор Артизи. Слушай, и Бёрнинг есть. Я, честно говоря, не особо следил за составами именно All Stars матча. Но я знаю, что там нет, к сожалению, наших ребят. Я вижу, Фир идет. И они садятся. Они занимают свои игровые места. Оденьте американский флаг, айсайсайсу. Это будет весьма курьезно, наверное. Да, наверное, да. Так, ну и вот-вот-вот. Ребята усаживаются. А как он играть будет? Я не знаю. Ему весьма неудобно, по-моему, вот этим крюком размахивать. Мне кажется, ему весьма неудобно будет сидеть полупопием на стуле. Вот, его так попытались комфортно. Тремонором, по-моему. Возможно, мышкой будет управлять не слишком удобно. Возможно, будет перед ним сидящего, и все. Кстати, отличная это минус страта. На парочке сразу. Да, вот он, Бёрнинг. Блин, реально потом он сможет сказать, я Бёрнинга хукал. А я хукал Бёрнинга-то, между прочим, на втором-то саммите. Нормас. Я же на Пудж Варс отстал на 2 фрага от Бёрнинга. Я был на втором месте, Бёрнинг на первом. Артизи спрашивает, дадут ли денег, потому что ситуация плачевная. Он говорит, я 2-3 года играю в Доту. Примерно полтора К ММР. Полтора К. Все играют по 2 года? Все играют по 2 года. Ньюфаги! Слушай, да мы с тобой вообще 2 динозавра сидим. Получается так. И не поспоришь как бы. Так, да, у Бёрнинга тоже напарник. Я, честно говоря, не особо понимаю принцип игры, который нам сейчас будут демонстрировать, потому что вообще это впервые демонстрируется на всеобщей публике. Да, мы, если что, мы не знаем, что будет происходить вообще. Да, нам сказали, ты с дилдо на голове, вот с этим вот, вот. Не трогай меня за вот это вот. Извини, не заводись. И ты с хуком на шее будешь сидеть и смотреть в центральный монитор. Там будет что-то происходить, ты должен шутить. Да. Примерно иначе так нам и сказали. Последний интернешнл. Последний интернешнл. Это была ключевая фраза. Вот я не понимаю, что они говорят. Не, ну я так понимаю. Я так понимаю, айс-айс-айсу просто нравится его напарник. Какой именно? Слева или справа? Во, спрашивают про героя, которого ждет больше всего. Конечно же, это Питлорд. Так, о, Сумаил забыл, походу, в самолете оставить подушку. Я в некоторых фильмах видел такие... Не, ну он нормально сегодня играл. Ну и Саша Шахидов. Не, я... Тихо. Давай вот эти вот шуточки оставим на потом. Прохладные? Слушай, Сумаил недоволен. Чем? Не знаю, он чем-то недоволен. У него было недовольное лицо. Возможно. Возможно, стоит... Так, ну ладно, сейчас... Да, что-то он сказал про то, что ему, в принципе, нравится что-то там катать. Да, ну вот она была. Пуджу, по-моему, пофиг, что ему мышку нужно держать. Ты смотри, что он делает. Он реально сейчас будет хуками кидаться. Показывай. Габлык тебе, говорит. Габлык тебе. Может, он тоже говорит, что подушка у Сумаила неплохая? Или никаких подсказок? Говорит.
понимаешь, что ты сидишь с одним из самых крутых вообще игроков Доту в мире? Говорит, да, это очень круто. Ну, ты сидишь с одним из самых крутых игроков в мире. О, наш любимый Муши. О, Муши. Тонко-тонко, Муши. Тонко, да. Баба. Кто баба? Я зовут... баба, сейчас скажу. Не, зовут баба. Это как из этого, из Фореста Гампа. Да? Да, там да. Там баба разве был? Баба был. Он был примерно похож даже. Говорит, что чувствует себя немного некомфортно, потому что окружен людьми в десятки раз популярнее, чем он. Но теперь-то он тоже популярен. Я думаю, что коэффициент сократился значительно. О, Фьюр. О, Клинтон, который Лумис. Аудитория его очень горячо Нормально встречает. Нормально лысого приветствует. Да, 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 да. Скала? Скала. Дуэйн Джонсон. Джонсон. Он на сушке просто. На азиатской. На рисовой? На рисовой, на рисовой сушке. Так, ну вот он, Феррари, конечно же. Что он сказал? Я не понял, какое-то длинное имя. Короче, он пытается подкатывать по ходу Кейси, она быстро его достаточно набрила. О! Они чем-то похожи, кстати. Мы подошли к самому интересному, действительно. Вот реально, посмотри. Ну, не могу сказать, что одно лицо, но какие-то черты есть схожие. О, приходит капитан. Капитан Пупей хотел сказать, но нет, это Чуань занял его место. Пупей нынче в роли подопечного. Да, видите, тоже толпа его очень как горячо жить, приветствует. Бубей. Да, да, да. И вот это. Нормально. Я скажу тебе только три буквы. ФНГ. Да? Да, как ты отреагируешь на это? Говорит, это не может быть девушка. Вот это, кстати, в порядке. Да, жарко там было, видимо, в костюме. Но вот он, Даня. Злобный, злобный Даня. Ну, как собака отряхнулся сейчас. Да, по-другому не получится. Ножом-то не особо хорошо вытираться. Я слышал. Да. А говорили, не будет никого из СНГ. Да, ну как могли вообще без... Слушай, это же легендарно. Как можно вообще без Дэнди и Пупея? Только обычно они в разных командах. Дэнди на Пудже убивает Пупея. Ну да, я смотрю, совсем вжился в роль. Да, огромная толпа админов. Я вообще не представляю, что сейчас должно происходить. Так тут больше, чем зрителей. Это как в Apple Store прям. Ну что, ехала? Наверное. Ну, я надеюсь. Сейчас Донда разденут в нормальном смысле. Ну, я бы его немножко, да, снял экипировки. Нормально, рукава поправил. Все, поехали. Жарковато будет, Данич. Говорит, ладно, я в эту игру заходил. Я в эту игру играл. Я разберусь, ребят. Все будет нормально. Чуань больше, чем Дэндика в костюме Пуджа. Хотел бы я увидеть Чуаня. Он недовольный, ты посмотри на него. Нет, Сумаил? Чем он недовольный? Как ты думаешь? Топ-3 интернешнл уже готово. Мне кажется, он недоволен тем, что он здесь. Не хочет играть шоу-матч. Дерзкий школьник. Дерзкий школьник? Да. Два. Садись, двойка. Родителей завтра родителей в школу. Родителей на интернешнл. Не, ну Фир, в принципе, здесь, я думаю. Или... А, ну вообще, да. Или Юниверс. Опекун, наверное. Ну, Юниверс, я думаю, может и не на опекуна покатить.
Так, ну пока там последние донастройки. Не, я был вообще в шоке, увидев Дэнди в костюме Пуджа. На самом деле, да, я думал, кого угодно. Возможно, Габен, думаю, там сидит. Не, я знаю, тут ходила девочка в костюме Пуджа, такая маленькая. Вот там опять показывают Даню. Причем мы с ним сидели, разговаривали, пошел матч, и этот крысюк мне даже не намекнул. Говорю, комментить буду все дела. Да, а что там будет? Мышь! Мы, кстати, тоже с ним сегодня разговаривали. Мышь! Мышь! Реально мышь! Эй, Дэнди! И вот этот смайлик в чат. Да-да-да. Ну что, последние настройки. Кому же достанется чиз и чизята? Чиз... Или чизеныши? Я бы подбежал, на самом деле. Кусман-то спер. Давно можно хотя бы чизеныши увезти? Чизеныши можно, да. На память. Custom Games. TI5 All-Star Match. Ну, как видите, это на Реборне, на движке новой Доты. И через 3 недели это будет доступно, ребят. А она сказала об этом, что всем станет доступно через 3 недели. Через 3 недели или через 10 дней? Через 3 недели, по-моему. Я вот запамятовал. Ну, ничего страшного. В ты общем, будешь спорить с моим Perfect English Skill'ом? Ты мне тут побазарь еще. Ты все, помнишь, все. Что... Попустись. Ты у меня под контролем. Попустись. Как бы. Попустись. 10 против 10. Это нормальная заруба в доте? Я не знаю, что это будет за заруба. Вообще не понимаю. Интересно, а будет решафл? Или дисбан сразу после игры? Это же команда все-таки. Ну да, как там, сыгранный, сплоченный по-моему, коллектив. Дэнди сейчас найдет себе уже новых тиммейтов на следующий интернет. Не, ну там вон Бёрнинг сидит. Бёрнинг неплох, но только на антимаге. Если его сейчас забанят, то... Так, говорит, это all pick. Так, поехали. Radiant и Дайры. О, хост, туннель. 23 секунды. Ардить очки, наоборот, одел. Ну, я думаю, что... не хватает за ухо. Я думаю, стоит ему намекнуть, что так произошло. Уже сколько стафа? Пупей с Дэнди заговорили, пупей заговорили с Дэнди. Решафлы? Решафлы, грядут решафлы. Да, друзья. А он говорит, мы с тобой в одной лодке. Опа, все, зашел. Пудж. Пуджик? Дэнди взял Пуджика. Вот он, Дэнди на Пуджике. Куда ж без него. Тускай. Я слышу. Вот эти трайхарды. Давай Бёрнинг антимага возьми только. И смайл минера. Да, можно и так. Так, просит Мипера очень сильно. Фуриончик, Вивертини. И... Текис есть! Текис есть! Есть Текис, хорошо. И последний пик. Зал скандирует Питлорд. Ну и будет ли он? В прошлый раз нормально бахнул, я тебе так скажу. Надо покрепче сесть за стул. Так. Так. Омник появился. Какая-то супер таблица. Купей не выбрал героя. Так. Пикинг, хиро. Please attention. Так, 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 так. Тихо. Барабанная дробь. Появился курьер, но это не Пупей. И... Это невозможная игра, да, я уверен. О, у нас админ забыл выйти из стима, но ничего страшного. Ботом мисс пятеро. Да, ну и вот, собственно, друзья, мы наконец-то врываемся. Не базарь мне. Краткий курс, как я попал на International. В общем, друзья, шоу-матч начинается 10 на 10. И какие условия, я, честно говоря, вообще не понимаю. Что случилось там? Покажите, где, что? Так, а там Мипер появился у нас. Ну вот, вроде бы 10 на 10 уже готово. Айс-айс-айс, Дэнди промахивается хуком. Дэнди промахивается хуком. А-за-за. Опа. Артизи опять на минере. Я видел эту катку, он проиграет. Да, Артизи, кстати, на Тексе был совсем не очень. Тут пошел сноубол. Ты посмотри, что это должен быть за сноубол? Это просто вваливается это плохая задея под вышечку. А где Стансвена был? Боже мой, какая фиссура. Хукшот. Отлично, первый пошел. Хорошо. Барыч разогнался, но никого не смог пробить. Вак. Вак. Хорошо. Вакейшн. И... Крипчики. А где крипчики вообще? А крипчиков, походу, не будет. Или рано. Так, опять пошел Текис. Есть крипчики. И кто-то бодиблочит. Задрот! Опа, Артурку поймали! А есть суицид? А есть суицид и...
Ну такой себе. Но тем не менее, Фира, кажется, забирают. Тут Ноутейл, я смотрю, ходит, дает наставление. Изи говорит. Репорт здесь Туск ВТП. Да, трайхард вообще Тускар, на самом деле. Так, Станечек, ты не Питлорд будет или нет? Где мой Питлорд? Ну, 10 на 10 это фаново, но тут фиг разберешь. Так, ну богатым Бёрнинг на линии пытается отдуваться, но у него тоже шансов не слишком много остается. Так, опять так, Тусик. Опять поехал. Не, ну Тусик что-то мало людей в этот раз с собой. Мало, всего лишь 6! Всего лишь 6! Пошли касочки. Фирдото. Муши расстреливает, говорит тра-та-та-та-та. Артизи, Артизи не дремли. Чувак, у тебя кулдаун еще 2 минуты. Ой-ой-ой-ой. Не время. Бёрнинг погибает или нет? Нет, все-таки. Туска 5-9. Все залезли в Туска. А и выпадают они все-таки на Фира. Ну, пока так себе затея. Слава богу, что Дота не 10 на 10. Я бы не знал, как ее комментировать в замесе. Да, нормально, нормально. Давай, давай напряжемся, смотри. Так. А тут мана уже ни у кого нет. Больше комментировать особо Тибер нечего. Тибер ворвался. Ну, Фир, станчик будет? Стики. О, кстати, Фир, стики, Фир. Здесь топовая фигня. Фир сигнатурненьким своим Муши Свеном развалит. Муши потный, трипл килл. Да он задрот. Так, пошли сеточки отличные. Минус Фурыч. А, прошу обратить внимание на топ. Пацан фармит. Человек на топе просто фармит, друзья. Камерамен, пожалуйста, покажи нам человека на топе. Да, все нормально. Я, насколько понимаю, то это рандом драфт, потому что люди появляются совсем разные. Или еще нет? Все нормально вроде, все как было. Доктор, Виллеры. А, да-да-да-да-да-да. Нет, все нормально. Пошел, пошел, пошел. Хотел сказать, что это... А, это Артизи фармит. Боже, он фармит на Текисе. Друзья, что за хрень? О, у нас маленький Зевс. Экшен. Станчик. Фир. Добить Фира. Еще. Убить. О, тут Дэнди, Дэнди, Дэнди с хуком подходит. Но на определение. Хорош. Сюда. Бёрнинг. Дэнди убил Фира. Ничего страшного. Фир потерпит. Расходный материал. Там Текис фармит. Чувак, он просто фармит. Что за фигня? Надо вышку снести. Я не знаю, что это нужно типа сделать. Как 1 на 1 на медле. 14-6. Так, 6 на 14 а пока. А там еще и Тини. Оп. Так, тут хорошо Муши расстреливает. И сейчас за собой, смотри. Или они в крипа? Они в крипа, разводик. Они в цари. Разводик. Кто-то пошел на топ. Кто-то пошел на топ. Это разгон в Артизи. Артизи, трах-бабах, еще 7 секунд КД. Еще тычечка. Хорош. Наисчик на самом деле развалили. Тут шейкер, фисурка по пятерым. Бёрнинг, Дэнди, красавчик. Ну, слушай, ну, что-то совсем на изичах разваливают сейчас. 18-6. Почти вся команда Рейдиантов находится в таверне. 18 на 6. Нужен еще хукшотик, наверное, какой-нибудь. О, в сеточке, все. Ау. Даня, тычку. Хорош. Изи. Ну, я стал на самом деле только... односторонняя какая-то. Да, тут все, тут пошел развал. Просто нереальный развал. По левлам должно быть уже должно начинаться доминирование. Хотя я смотрю, там 2-5, 4-4. Ты понимаешь, квапа 6. Квапа 6. Соник Вейв. Прикинь, Соник Вейв в десятерых. И сразу де... Ага. А, я понял. В десятерых хрипов разнишься. Сорян. Да, он на топчике нормально себя чувствует. Не, ну он уже на арканы нафармил. Все нормально. Сейчас у него будет ТПшечка в мид. Так, тут Даня встреет очень серьезно. Там Текис. Прирожденный суицидник. Странно, что не Сумаил играет на Текисе. Ну да, вообще. Опять минута прохладных шуток. Хорошая стрела. Сюда, найс, Тимбер, ну это плохой таргет. Хотя куча станов. Развалили Тимбера. Нормально, нормально, развалили. И станчик в троих от Фира. Ну и квапа, я говорил про квапу. Ой-ой-ой, трипл килл от Хаум. Смотрите, просто феноменальная игра от квапы. Еще можно час пофармить. Что творят эти ребята? Неужели Дэнди выиграет, пишут. Есть шансы, ребят, есть шансы, неплохие. Причем он даже не хуже всех играет. Да. Опа, пошла урна, трайхард. Хотя, слушай, тут урна это вообще золотой артефакт. Я постоянно ей заряды. Стики золотой артефакт. Стики тоже, кстати, неплохой. Нон-стоп, кто-то что-то юзает. Чуань пока не понимает, что происходит. Он говорит Ноутейлу, мол, я вас не ощущаю, пацаны. Что за сосалово, говорит Чуань. Да, так и говорит Ноутейлу. Ноутейл, по-моему, переходит к чужой команде сейчас. Так, ну тут у нас отправляется братрумчик отдыхнуть. Ты понимаешь, что маленько. Он сейчас показывает Смаила, он тоже фармит топ. Ну, скилловые ребята тут собрались просто. Да, да, да. Вот это шоу-матч, развлечение. Да, 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 вот эти вот. 100 ласт-хитов на 10-й, слабо, пес. Мне интересно сейчас посмотреть действительно эти ласт-хиты. Клопай, смотрю, нормально, там угоняют. Так, Дэнди, хук, не точно.
Он вот там в темноту, кажется, кидал. Нормально, Смаил 6-й получил. Так, шарды. И тут супер ПВПшечка. Тут мунлайтик. Мунлайтик пошел. Мунлайтик пошел. Кто-то катится. Вкатились. Фурион закрылся. Кстати, ну, неплохо. Смотри, сейчас... Так, ульт от Дивса, но он ушел практически в молоко. Тут пошла погоня за Айс-Айс-Айсом. Муж его будет сейчас Бража, наверное, разваливать. Там валивается также еще и Бёрнинг. И... Бёрнинг минус. Теперь осталось... Ой, какой стан! Еще и стрела! Боже, этот Феррари, по-моему, играл на этом герое. Возможно. Слушай, там говорит Артурка, что он идет... Но я что-то не верю ему. На топе фармить по-любому. Да. Тут 34-12. Сам это просто развал. Heavy Mercy. Посмотри, очередной стан, еще и стрела в Бёрнинга, и он также улетает в таверну. Давай, ну, Артизи, бахайся, четвертый суицид. Смотри, Даня, отличный подсейв. Артур готов вкатываться, смотри, он стоит рядом с Ноубом, вкатился. Бум! Ультракил от Текиса, минус Рубик, Шейкер, Пудж. Просто грязь. Артурка неплох. Вот это был неплохой врывчик, да, стоит отметить. Сюда бы БС, говорят. Да, кстати, неплохо бы зашел. БСик, блин, чувак, 10 лоу хп типов. Просто анлим по скорости. Он просто инстантово появляется в любой точке карты. Я думаю, можно такое написать ему условие. Это зря, зря, ребята, туда, конечно. И Квапа! Найсо, Тини! Тут развал. Уходит, да, тут просто разваливают сейчас одного с другим. Ждем опять топ-бабахера ЮУ. Где топ-бабахер? Он нам нужен? Бабахер, он у него КД. Он почти закомбэчил. Ну, Сириус. Ну, чувак тащит. Они постоянно фидонят. В чем их проблема? Так, тут Дэнди находит Артурку. Должен быть хук. И... Хорошо подброс Дэнди. Дэнди, надо уходить на Рошана, пытаться суицидиться. Или вот так вот. Ой, можно сделать. Красавчик. Артизи, правда, выход заминировал. Ну ничего, ничего. Слушай, тут продолжается, правда, гнобление. Это... Не... Можно файт рекап, пожалуйста? 20 на 42. Какой на... файт рекап? Файт рекап, пожалуйста. Тут пока вот такой вот есть файт рекап. Не, ну 10 на 10 это слишком много. Нормально, Омник только что кинул рефел на Зимса, в результате сам попадает под стан Свена. Мунлайтик. Что за вакханалия? Минус Фир. Фира тут будут сейчас убивать, и Муша тут один остается, и тра-та-та. И Шейкер! Айс-айс-айс пытается спастись. А куда ты с подводной лодки денешься? Вот-вот-вот. Красочки. Эта карта слишком маленькая для десятерых. Точнее, для двадцатерых. Так, тут много пупеев прилетело убивать Фуриона. Дэнди. Это развал. Слушай, все мертвы почти. За 50 ушло количество фрагов. Мне кажется, что Рэдиантам срочно я никогда нужна не выиграл подмога. Стар-матч. Феррари. Лип есть? Есть. Есть лип, но его пойдет, должен догонять сейчас Либерочек. Убить. 4К мусор против Феррари. Еще. И. Еще тычку. Хорош. Развалил. Атовнин. Сразу принт-скрин и в профиль ВКонтакте. Да, кстати. А то в нем Феррари на вивере. Да? Так, Текис там у нас забирает ДНДК, сразу же делает байбек. Слушай, волевой байбек от Текиса. Он сейчас должен вернуться в замес. Какая толпа людей! Вот туда бы сейчас ему капунуть, но нет у него ничего. Слушай, тут вивер сейчас. А вивер продолжает, валит. Он еще и минус пупей. Второй скриншотик. И... Отличный врыв от Тимбера. Фир тоже должен умирать. Еще подачу. Еще хау туда. Какой камбэк. Просто что камбэк Израиль. Что ДТС? Да, действительно, камбэк. Там врыв от Баратрумана его также разваливают. И где байбеки? Это... Где байбеки? ГГ изи, пишет Смаил. Да, действительно, ГГ изи. Так, там Пупей, смотрю, сеточки пошел подразбрасывать. Нужны еще хуки от Дэнди. Дэнди выходит на позицию. Вот-вот нам показывают его. И мимо. В этот раз цель ушла. Цель ушла. Как лям долларов. Также мимолетно была рядом, но ушла. Так, хорошая стрела. Ну и хух по Артурке. И надо его быстро убивать ручками. Так и Артурка бахнулся. Не, Артурка минку поставил. А-а-а. Тут нам хост просит, Рейс Кинг, ты аганим хочешь собрать?
Так, да и не промахивается куком. Тут опять большой кабум. Бёрнинг делает так, трипл-килл. Так, а гоним это слишком долго. Где он возьмет столько денег? Там Бёрнинга закинули на пацана. Пацан минус. Хао. Так, тут Фир. Санчик. Санчик. Хороший пара. Труп в троих. И еще и туда. И... Что? Тимберсов. Это минус 10. Какой развал. Full of 10, Team Vibe. Как это возможно? Как можно убить 10 человек одновременно? Одновременно. Зал опять взрывается, USA. Это пуш пошел. Что-то вышка, кстати, терпит, пипец. Походу, ее тут наградили лишним армором или ХП. Что обычно вышки столько не стоят. Ну, в принципе, да. Да там у ребят не так много айтемов, начнем с этого. Опа, о, камбэк! Камбэк! Биг камбэк! Почти мне нравится, с 10 что кусков. Есть. Да, кстати, достаточно активная игра, стоит отметить. 102 фрага за 11 минут. Так, а ну, убирай клешню. Клешню? Мне не видно ничего. Муши. Все, ну Т2 уже ТП. О, смоук! Чувак, там был смоук! Самый беспалевный смоук на планете. Касочки, Янг подставил Пупея. Пупей встает и разбивает лицо своему тиммейту. Ну смотри, смотри, там пошел также у нас Guardian Angel. Отличный прокат. Шейкер с эхослэмом. Дэндилу у ХП хукает перед смертью. Успевает забрать товарища. Падает там омник. Показывает толпу людей. Как диджей, по-моему, там встал. Да, да, да. Из-за кабинки. Я не вижу ваших рук. Я не вижу ваших ног. Да я вообще хреново вижу. Опять Сумаил в этой штуке. Возможно, он был расстроен, потому что он не знал всей сути All Stars матча. Смотрю, сейчас он доволен. Он камбэчит. Ну, что-то Дэнди, походу, реально не выиграет ни одного шоу-матча. Ну, слушай, камбэк действительно был очень-очень неплох. Опять Full Five Team Vibe. Опять целая толпа людей находится в таверне. Сяо, директор. Директор. Он просто смотрел, как его подчиненные убивают врага. Говорю, вот это? вот этого давай забираем. Смотри, что купил Омник? Что это за фигня? Это Изерил? Нет, это не Изерил. Это призыв какого-то... Это какая-то хрень. Что ты купил? Что он купил? Ну-ка, покажи, что ты купил. Ну. Ну, быстренько. Да не туда, на Ом. Да он сам, походу, не в курсе, что произошло. Он увидел предмет. Золотой меч. Я тоже немного не понял. Тут пошел байт. Артурка на Рошане, но мы знаем правду. Вот Аркан он стоит. Бутс 2? Что происходит? Что происходит? Так, ну ладно. Там у нас пока Вивера пытаются убивать. Хороший фокус. И Вивера не успели спасти. Погибает этот товарищ. Уже минус 2. Опять врывается. Слушай, тут опять ребята решили закомбэчить. Так, Даня должен быть с хуком. Дэнди! Отлично! Вырубает Вич-доктора. Кстати, под изварном. Да, реинкарнация. Там Руискинг появляется. И опять переворот. Переворотов. Бладстоун. Это, кстати, неплохой артефакт. И Рейскинг сразу же падает на минах. Что такое Найс Айсен? Найс Айсен Айс? Найс Айсен Айс. Да, как-то так это звучало. Как насосайс. Ну, примерно это он и имел в виду, я думаю. Омник. Сяо под репелом. Директора засейвили. Ну, это директор. Назад, кстати, камбэк. Возможно, да, надо набрать 100 киллов, и что-то произойдет. Я не знаю, что должно произойти. Я не уверен, что тут смак весь в сносе трона. Так, смотрю, у Пуджа 43 уже бонусной силы. Спасивки. Ну вот этот Омник, он явно что-то знает. Да, по-любому. А кто на Омнике играет? Красюк. Кто играет на Омнике? Не написано. А это Бёрнинг? Написано, что Бёрнинг играет, и Бёрнинг и на линии. Так, смотри, у нас закидывают сюда на Минки. Найс, Фира должны убивать. Так и есть. Отличный Омник бой. Цепанули. Омник, нажми арканы. Что-нибудь нажми. Все, 8 забрасывает, пошел прокаст. И... Здесь, кстати, рой вот этих жуков, он на самом деле на всех вгрызся. Ну, там Сумаил с отличным прокастом также влетает. Еще и Тосик достаточно в тему. Ну, Сфир. Ну и Дэнди. Дэнди готовится стрелять куком. Так, пошел опять прокаст от Дивса. Алина там тоже разваливает. Дэнди закинули наверх. Он съел иллюзию, но это только иллюзия Даня. Она несъедобная. Хорошо закрывают Пупеев. Вся Wait the Boss пишет. Это минус 8. Да, что-то совсем на истечет. Да, реально размотали просто. Ну это прям супер камбэк. Как у них это получилось?
То есть ты реально ищешь какую-то цепочку событий, которая к этому привела? Да, я хочу понять. Тут творится полное вакханалия. Какой гений стратегической мыслью. Отличная игра от Сумаила. Видишь, сыгрались, мальчишки. Возможно, грядут решафлы. Так он с Артизис сыгрался. Ну да, ну, в принципе. Да. Same interesting. Exactly, my dear friend. Так, я уже думал, что ее тоснули, эту патму, но она ушла. Слушай, отлично, айс, играет еще пару подач, ну там стики. Куклина с блинком промахивается, кстати, станом, почти как ФНГ. Ну и аутплейт, действительно. Так, тут Артурка прилетела. Артурке не пошло, на самом деле. ГГ. Так, пошла еще одна подача. Директор живет. Ну что, там Барыч побежал. Посмотри на директора! Его так он 18 Бладстоунов, Дагер и Урна. Он с этой карты вообще. 18 зарядов Бладстоуне. Да он может просто сейчас по кулдауну разваливать. Он так и должен делать. Убери свою лапу. Я тебе руку сейчас сломаю. Витя. Фиксиуэй упрыгнул. Закинули. Так, там Тимбера хорошо забросили. Он тоже, по идее, должен давать нормальный прокаст. И Тимбер погибает. Слушай, там толпа пупеев. Они могут убить. Все, 8. Нет. Он задонаялся. Он успел задонаяться. Окей. Очередное нападение на артист Дута. Тут мигают, что тут просто толпа. Огромная куча мин. И кто первый поведется? Кто первый поведется на эти мины? Папы. Вам назад камбэк. Что происходит? Я не знаю. Чего все притаились? Так, тут опять нападают на Дэнди. Хотели запнуть Дэндика. Вот, но все это на минный склад. Нервничает, по-моему, Нутейл. Возможно, большие деньги на кону. Кстати, да, я не знаю, надо было сделать отдельный призовой фонд с отдельным компендиумом и отдельными 18 миллионами долларов. Тогда надо было не лохов 4К набирать, а нормальных типов. Типа нас с тобой? В каждого, я говорю, своих пацанов. Типа нас с тобой надо было брать, ты имеешь в виду? Ну да. Ну мы-то топчик. Короче, я на саммите в Пудж Варс развалил всех, кроме Бёрнинга. Он меня на 2 фрага обогнал. Говорит. Так, у нас тут Сумаил, на него набрасывается Дэнди. Жри его! Подожди, засейвили. Минус Янг. Дэнди пока еще жив. Артизи опять взрывается, но никого не убивает. Не хватает маны, ничего не хватает. Директор, спасай пацанов. Директор. Директор, продавай. Слушай, пошел ульт. Но нет, мне кажется, слишком больно его избивают. У него кулдаун на Бладстоуне. И это минус. Это камбэк? Это очередной камбэк. Камбэк с камбэка. Камбэк камбэка. У тебя пытается на дилду залезть, пацан. Слушай, ты посмотри, что там рисуется на графике у нас. Что рисуется? Назад все на ноль. Мы на точке старта сейчас. Ну, остается ждать. Возможно, следующего этапа состязания по-любому должна произойти какая-то ахинея. Да, я сомневаюсь, что это все задумано ради 10 на 10. Потому что 10 на 10 это такое. Ну да, ничего удивительного, ну, на самом деле. Реально, 10 на 10, ну 5. И как 5 игроков. На 5, только 10 на 10. Да. Нормально, кстати, на линии. Нет, это фаново, классно. Опа, на класс можно нормально выиграть. Нашли. Слушай, Виверка, ну, Виверок ушел или не ушел. У него залетает стану. Ару! Это Феррари. И Шекер! Слушай, ну там ответка тоже весьма неплохая. Клопа, правда, задувает, но размен пока что только 2 в 2. Артизи уводит за собой людей. Люди пока не ведутся. Так, там у нас Рейскин сейчас должен погибать впервые. Пошла пассивочка с его ульты. Артизи идет умирать, и он умирает! Ну, действительно, здесь играет. Очень много мин. Можно их взрывать. Вот пытаются завести на них. Хао! О, да взрывай же уже! Боже, какой он не очень. Не хочет он взрывать на... Вот сейчас хочет, смотри. Так, и... Не доигрывает. Не... Ах, отличная минка в итоге. Слушай, почти все умерли. Просто сюда. Почти все. У нас Тускар вообще из игры отвалился. ГГ, вы лост. Пойти не 5-11, говорит Артизи. Ну и лютый развал. Вновь дайры перехватывают инициативу в свои руки. Погоня за Бёрнингом. Даня не прощает таких. Это минус 9. 9 на 6. Очень выгодный размен, Роман. Почти для вся дайров. Команда заумнена.
Я смотрю, там директор вообще запотел. У него там уже и дагер, помимо Бладстоуна, имеется. 25-й левел, естественно. Сейс, течи спикер. Смейл говорит, что у него болят глаза. Я отчасти его понимаю. Ах, почти. Борды покупает Пупей. Походу, не выжил еще из роли саппорта. А, это сейчас такая рекомендация идет в разные команды. Типа, да посмотрите, я даже на шоу-матче все завардил. Типа резюме? Резюме, да. Вардил на шоу-матче. То есть вот так вот галочка, да? Я думаю, что тогда у ребят а-ля Муши, там Сайлор, не знаю, из прошлых шоу-матчей тоже, возможно, Бёрнинг есть такая галочка. Бёрнинг с Юлом и Даггером, но это не смешно. Не, нормально, нормально. Бёрнинг разваливает просто кабинеты. Только не знаю, чей кабинет быстрее поразваливать. Пытается уйти Братруме. Так, ну смотри, 9 фрагов до сотни. Давай, на сотне что-то должно произойти. По-любому. По-любасу. Кто первый до сотни доберется, тот... Тот и умничка. Хорошо. Так, Бенди пошли касочки. И Дезварик. Слушай, что за вакханалия вообще Геракоп? А где он был все это время? В смысле? На фарме? БКБ, Трайхард, что По-моему, ли? По-моему, он сейчас танковал Дезвард. Так, ну и поймали еще Картера. До свидания, 93, товарищ. 93, фигня осталась. Даже в Хуль Ассасины помогают. Кто-кто, простите? Хуль Ассасины. А я подумал, меня слышал. Я не то немного слышал. Какая стрела буха! Феррари чудовник. Чудовник, смотри, минус Смейл. Слушай, так, может быть, это новая мета? Патма? В 10 на 10 соло мид? Ну как, соло, там, триплой, четвериплой. Пятиплой. Пятириплой, например. Смотри, о, убит. Отличные шарды от Айса. Ну просто сейчас руки развалит. Втыкай ему под ребро. Перо подписчик, никто хочешь? Не вечен. Я тебе эту руку реально сейчас откушу. Да так удобнее. Убери ее. Ой, опять отличнейший хукшот. Хукшот, просто хук. Мид-хук. Прошу прощения. Давай, дындюха. Какие-то шадоу-блейды появляются. Я смотрю, Даня вообще на кураже сейчас разваливает. Сюда. Минус. 97. Фигня осталась. Давай, соточка, соточка. Не, минус на парочке. Да, там еще... Сейчас засейвит, сейчас засейвит, смотри. Туль-туль-туль-туль-туль-туль. Дэнди подходит, пытается выбрать траекторию, там прикрывает, говорит, Смайл. Иди сюда хотя бы ты. С тобой разберемся, но Рейскин поебает. Баратрума! Вот, три просто в толпу 98. Врывается. Ах, Арон 99. И... Сумаилчик! Сотым будешь. Сотым будешь, Сумаилчик. Давайте, сатышку. Ну, сатыгу. Там центряк стоял, они видели, как он подходил, и они его убивают. Эй, чё? Как-то ничего не всё? Произошло? Всё, что, что за фигня? Это все? Я рассчитывал... Мне это напоминает презентацию и геймс, но ладно. Гайс. Да, на Ардите тоже в шоке. Он ждал сотку. Возможно, он даже специально фидонил. Набивает стрелу сейчас Вивер своей команде. Точнее, я команде ожидал противников. Увидеть чего-то на сотне. Может, 101? Давай наводить. Давай 101. Хайп. 101. Хайп, 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 хайп. 101. 101 и Питлорд. 101 Питлорд. 101 Питлорд. Так, пошла медалька от Текиса. Он явно что-то знает. Хукай! Ну, он хукнул. Немного не того, айс, но, айс, айс, накричали. Сейчас, по-моему, больше, чем 101 будет. Слушай, Папа. Слушай, слушай, там отлично, Ару залетает. Айс, 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 еле 101. Живой уходит. Где Питлорд? Нет, Питлорда пока. Так, пошли еще сеточки. Сейчас 102, 102 Питлорда и точно. Питлорда по-прежнему нет. И... Хук. Хорош, минус директора. Директора съедают, директора на наших глазах вашу дивизию. Сколько там у Дэнди уже? У Дэнди уже 4500 хп. А это нормально, кстати, тут рядом бегаешь, сила. Тут сайленсера надо было пикать, чтобы все безумные были потом в конце. Да, кстати, это было бы вообще огонь. Смотри, Бёрнингу лицо разматывает. Там Дэнди, он просто теперь неудержим, этот пудж. Может, он так потом превратится в Питлорда? И за 5000 хп наберет. Давай по-разному. Давай будем 5000 хп, это Питлорд. Все, поехали. Да. Поехали, поехали. Питлорд, П5. Изи, параллель. Мне тоже кажется, что очень похоже на правду. Ты не вот крачи, третий. Масоны, третий, вот этот глаз треугольник. Ты задрог, что ли? Иди на улицу сходи. Пивка попей. Да. Так, там Даня кого-то ест. Да, нормально. А, кстати, аганим. Чувак, собрать аганим такому пуджу. Это норма. Это не просто норма. Это овныч. Уже стоит 108, а Питлорда все еще нет. Ах, почти.
4700 кп. 4700. Оно растет как на дрожжах. 250 силы уже почти. Ой, Айсайсай, съедят тебя. Не, он куда-то покатился. Сюда. Сюда, родной. Иди. Ням-ням-ням. Очередная порция стринжи. Ну и давят, давят массой. Давят массой. Артизи без палева. Артизи хочет взорвать Рошана, по-моему. Или пука. А из Рошана появится Питлорд. У нас слишком много вариантов уже появления Питлорда. 5000 хп у Дэнди, из Рошана Питлорд. У нас вся карта была бы в Питлорда. Но я что-то пока ни одного не вижу. Возможно, он уже где-то играет. Да, где-то сверху подфармливает. Да, 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 может, мы просто не обращаем на него внимания, но он есть. Блэк на Питлорде. В лесу этот вид. Так, тут убили у нас Рейскинга. Куда-то команда убежала. Что это за байт? В смысле, это продажа называется. Sell out, boys. Sell out, boys. ГГ. Тарасочку собрал, братан. Мне больше всего нравится Артизи. Артизи, сколько он тут вообще хочет этих мин натыкать? Дэнди. Так, Дэнди. Дэнди с аганимом? Да, да, Дэнди с аганимом начинает жрать людей. Въезжает братром, но да, не убивают. У него, кстати, 840 дали. И крепче. Он просто раздавил на этого братрума. Блэк на Питлорде фармит, чего вы гоните? Я просто у него пассивка, Мартри, его не видно на миникарте. Так, слушаем, тут опять очередной какой-то разрыв. И это очередной камбэк камбэка. Пацаны, как же отойти, да, под регениться? Очень трудно. А как же просчитывать кулдауны? Что за безответственная игра? Да, мясов даже нет. Да, где бабочки, где хиксы? Нет, я про мясов в колодце карте. Ты про вот это вот? Дэнди после байбека. Байбека нет! О, Дэнди! Боже мой, как он будет играть дальше? 123 секунды. Вот сейчас появится Питлорд из него. Пуч после байбека — это Питлорд. Я уверяю тебя, Роман. Хорошо, я поверю тебе на слово, камбэк, но... Камбэк на 5000, ты посмотри. Ксяои-то закинули на Пупея. Пупей под директором! Что творят кто эти? Кто мог ожидать такое от Климента? Байбек. Слышу байбек. Свен. Это... А Питлорда нет. Thanks for space, пишет Артурка. Они 40 тысяч отыграли. Что? Не, ну вообще вроде бы норм. Ты посмотри. А, это текущее золото. Я думал, это Нетворс. Просто взорвал Рошана. Но из Рошана не появился Питлорд. Сумаилу подарил. Сумаилу подарил Рошана. Это Аегис. Покажи Рошана. Можно это... один Вы вопрос? Думаешь, что это Питлорд? Можно один вопрос? Аегис. Зачем он подарил Сумаилу Аегис? Что это изменит в драке 10 на 10? В смысле? Вот, давай, 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 просвети меня. Ну, вот обладатель эгиды бессмертных становится элитным в этих кругах. И, возможно, трансформируется в Питлорда? Возможно, после Аегиса он будет Питлордом. До первого Питлорда 50 секунд осталось. Хорошо. До второго хорошо. Не знаю, сколько протянет. О, а вот и Бульдог приехал. Да, знаем таких ребят, сплитпушеры. Так, Феррари уже нашел себе жертву. Сумаилу в щи. Но Сумаил отходит. Так, слушай, Сумаил отсюда никуда не денется. Его просто начинают разваливать рученьками. Это хорошо, ведь у него Эгида. А после Эгида он, возможно, станет Питлордом. Да, нужно. Ну, да, как он ушел оттуда? Что это было? Возможно, это магия Питлорда. Возможно. Возможно, Сумаил уже Питлордом. Так, тут Артизи успели убить. Там тут Вивер запушил Таур в это время. Слушай. Там на ботами сплитпуш полный. Так я же говорю, Вивер Таур пушит. Thanks. Не, ну рано или поздно это все должно закончиться, я думаю. Уже 29-я минута подходит к концу, там въезжают уже ГГ, пишет Артизи. Ой, какой жесткий проказ. Ксяои с рефрешером разваливает кабинеты. Но слишком много еще живых среди дайеров. Где Пудж? Пудж? Он трансформируется в Питлорда? Бёрнинг читовник. Задрот, что ли? Так, вот он Пудж. Минус директор. Убили директора. А там Пупеха. Рапира у Муши! Муши неплох. Муши, по-моему, готов. Отчаянный парень. Отчаянный парень. Да уж, ничего не скажешь. В обычной игре яек-то не хватает собрать. Зашел матч, ему он, а я рапиру соберу. Так, тут поймали. Вивера поймали, но Вивер ушел. Как Муши играет? Муши же тренер. В смысле? Нет, тренер Чуань. А точно, я не похожи. Смаил с рапирочки. С
Трапперуни, Сумаилчик. Там Guardian Angel пошел, и Сумаил пытается сейчас хоть как-то откинуться. Ну и откидывается в итоге, правда, не так, как хотел, я думаю. И так, тут Даня, Йенис. Даня пошел. У него же пятера должна примерно быть по хпшечке. А где хороший Йенис? Хук по Ксяоэйту, но он успевает, задынается. А Йенис уже выбивали? Какой Йенис? Ты о чем? У Тини. А Йенис был. Который Мартизи подарил. Не знаю. Возможно, он умер не единожды. Ну, я бы тут не был вообще ни в чем уверен. Так, Пупеха пошел на базу. Возможно, трансформироваться в Питлорда. Да? Тогда ему вопрос. Давай. Че ты 30 минут ждал? Так, он... А, не получилось подсейвить. Бульдонг. А, там Бульдонг, вон, сплит пушит. Он уже на базе, действительно. У нас в очередной раз умирает Рейс Кинг. Ой-ой-ой. Что это за фигня? Он с аганимом. Он с аганимом. Боже. Вся команда будет жить. Боже мой. Если они умирают, они 4 секунды дерутся. Боже мой. Используют сплы там всю фигню. Ты что, не знал? Не, я помню этот фикс. Я что-то не задумался об этом. Я просто не видел его никогда вживую. Я видел. И как тебе? Норм, вот как видишь. Пир, танчик по двоим и наваливать, наваливать. Кау, помоги пацану! Ну что-то с одной Тараской пока Фир не особо навалит, но в итоге просто разваливают. В Мясище? В Соляндру, как говорится. В Солянова, у Фира, да. Не... В Солянова. Три Сумаила. Вот тебе вкусняшка. Сколько нормально. Там у Пуджа уже? Сколько у Пуджа? Покажи хп. Ну, у Пуджа пятера, там по кубикам можно посчитать. Там просто все скоро сольется в один большой кубик. Так, тут на Дэнди вывалились. Да, пятера уже почти. После этого пацана, возможно, 5 такие будет. И... Да, 5005 хп. Как его убивать? 5000 хп, и снова нет пятерда. Какие еще варианты, Роман? Мы перебрали уже все. Так, Лина с Дейдаусом. Ну, на Питлорда это не тянет. Да, тут просто какой-то жесткий бодабум. Ну, тогда трон должен упасть, тогда появится Питлорд. Да! Это самое важное. Ну, как бы... Дэнди! И такой, оп, появился. Нормально заивейдил. Я бы опять коротенькую гифочку сделал. Да, можно, как я уходил от Дэнди. Так, там у нас опять Бульдонг на другой линии развлекается. Он пишет, когда сломают трон, Питлорд будет лежать под ним. Так, Сяо. И... Посмотри, Сяо, сколько дэмэджа! Сяо. Дэнди. Нормально, говорит, директор вкусный. Со вкусом риса. А что это была за пушка, которую купил тогда Омник? А... Я так и не понял. Биба его знает, Романыч. Что-то он замутил грязное. Ну ладно. Не буду углубляться в подобные вещи. У нас тут камбэк за камбэком. Просто плюс 20 тысяч, минус 20 тысяч. Какая разница? Что, почему комментаторы говорят про Питлорда? Мы его вызываем. Пытаемся его засумонить. Питлорд. Боже. Питлорд. У меня чувак что-то немного переборщил. Что-то вывалился? Да, да, да. Надел-то твое? Сделал вот так. И он мне такой, типа, здоров, дядька. Привет, Романыч. Как оно, ничего, да? Как дела? Как Питлорд. Так, все, Valve, хватит нас мучить. Гоу Питлорда? Ну, гоу Питлорда. Или засали. Бёрнинг. Так, тут опять Барыш неплохо въехал, опять Шрекер чек. Неплохо въехал. Слушай, так тут сейчас а будет... Там муж из рапиры разваливает, что ты ему сделаешь? Посмотри на него. Посмотри на него, я тебе говорю. Он просто овни, дабл килл, ультра килл, Питлорд килл. Дэнди пошел на фонтан. Дэнди просто пошел жрать людей. Посмотри, ему просто пофиг. Он как медоед. Еще одна рапира от Муши. Успокойся. Нет, слушай, Дэнди нормально. У него брони не хватает. И вот он аганим. На толку, он все равно умрет. Но все равно он еще жив. Уже не жив. Но я тебе так скажу. Походу, Питлорд не будет. Блин. Походу, это был один большой развод. Погоди, погоди, погоди. Еще непонятно. Опа! Тут тоже с аганимом. Еще буцают этого Рейс Кинга. Пупей, трон, раш. Смотри, смотри, смотри. Там у трона заканчивается хп.
кончаются ХП. Петлорда на мэ. Так, тихо-тихо, ХП еще не закончилось. Ну уже последняя надежда на Петлорда. Давай, пупей. Пупей. Вперед. Шимитон, муж из Умера первый. Муж, еще пару тысячек. Пионер, встаньте. Феррари в БКБ разваливает. Еще два удара. На, нет. Там. И бара, тут. В трон. Но. Давай. Еще. Убить. И Хава. Еще две тычки. Нет, его выталкивают. Это финал Интернешнл. Как? 110 хп. Динай, Артурка. Динай. Как можно было это не добить? 110. Ты понимаешь, любой удар любого героя в любой момент времени мог завершить эту игру раньше. Эфир такой. Косит грибов на базе. Рефреш Ромника, как тебе? Сейвить трон будет. Да, сейчас тут начнется, я думаю. Им дерева не хватает, можно репикнуть? Сейчас Living Armor. Оп, пошли. С рефрешером тоже. Сейчас появляется таджик, который отстраивает базу. Вот он, новый герой. Но Петлорд не он? Нет. Тут хорошая стрела. Найса. Феррари реально что-то умнит. Что-то в Голосяндру Феррари. Диван Рапира. Сумаил. Забрал Рапиру. Аганима нет. Сумаил. Маши кулачком. Феррари с Рапиркой. Раз, два, три. Еще пару тычек. Да ладно. Ты посмотри, тут разваливают. Это еще один камбэк. По-моему, это камбэка. Какой чудовищный урон! Ты видел, Рубик, он сальто назад сделал? Да, нормально. Джеки Чан лучшие годы. И написано, Янг, походу, на специально это сделал. Ты смотри, там погибает Фир, очень много дэмэджа выдает по нему Лина. Бёрнинг идет разваливать кабинеты, да какой ты! Вы просто Где с руки! И неужели это будет камбэк? Это самый эпичный камбэк в истории человечества. Со 110 хп на троне. А Дизель взрывает трон. Ты посмотри, что происходит. Ой-ой-ой. Какой нафиг Интернешнл? Вы о чем? Нереально. Biggest comeback от TI пишет нам админ этого матча. И бьют трон. Бьют пока Шейкера. Шейкер пока еще жив. Муши тоже умирает. И они разваливают этот трон. Да ладно! Как они это сделали? То есть это только этот вопрос. И где Питлорд? Вот этот вопрос меня волнует больше. Remove Tetris. В прошлом году была GIF Tetris, если я не ошибаюсь. Теперь свап сторонами. Все? Я не знаю. Нет. Это интересно очень, дорогие друзья. Весьма интересный матч. Никогда не комментировал доту 10 на 10. С камбэком со 110 хп на троне. Кстати, неплохо было. Неплохо сыграно. Нет, концовочка была достаточно интересный, динамичной, если уж на то пошло. Тут Кейси говорит, ну что, выкусили? В плане того, про Питлорда. Люди расстроены. Нет Питлорда. Я видел, дети плакали. Да? Да. Я плакать сейчас начну. Ты тоже дитё, конечно. Пуджика так, опять Пуджика одели. Приодели немного, чтобы ему... Короче, а в подсобке другой Пудж. И они типа меняются, чтобы Дэнди не разорвали на части, когда он выйдет. Там снимают, а там... Сумаил, например. Это тоже неплохо. Не, так. На самом деле... Я ждал. Смотри, сырок пошел. Так. Время. О мой бог, что случилось? Это, походу, звук эпичный для сырка сделан. Звук эпичный для сырка, но... Ну, хорошо, а чизёнышей-то кому отдадут? Неплохо бы сделать, чтобы холодильник с каким звуком открывался. Your turn, тупик. Это было бы неплохо, действительно. А там Питлорд внутри! Маленький? Да, там Сир внутри лорд? Будет маленький Питлорд. Сирлорд. Плюшлорд. Они уже что-то точат. Да они, по-моему, на чем-то сидят плотненько, эти скажу. На чизенышах? На чизенышах, возьми. Говорит, кто якорь этой игры? Муши. Купил две рапиры, проиграл. И Муши такой, блин, я никогда раньше рапиру не покупал. Интересно было, как это плюс 350 сразу. Сэнджи Дьяша, Скади, БКБ, вот мой набор. Да, говорит, что типа все норм. У вас было все calculated.
Артизи тоже довольный. Грейт чиз. Так, опять тут холодильник открыл. Кстати, вдвоем. Так, ну у нас как обычно. Кейси, только не надо глотать целиком. Ну, можно чизеныша съесть. Так, тут опять эпичный звук. Опять холодильник тут открыл. Вот здесь уже можно было вставлять подпись «Brothers», на самом деле. Просто интернешнл. Что-то она поморщилась. Ну, купей. Возможно, не слишком вкусный. Не с этого года. Это с того года сыр. Да? Говорит, помада тут осталась. Ну и когда Чуань откусит, тогда точно появится Питлорд. Из Чуаня. Чужой фильм смотрел? Чуань думает, целиком или немного откусить? Вот, ну ладно. А мне пожрать? Кейси в итоге больше всех откусила. Кейси не может. Говорит, как вкусненько. Кто-нибудь еще хочет? Ну давай. И домой беги. Продаж на eBay. Кусал Чуань, но Тейл и Кейси. Мало ли извращенцев на этой планете. Говорит, сыр, в принципе, неплох, но мы и так выиграли, так что у меня все замечательно. Да, всем, говорит, спасибо за участие, было очень интересно. Чизеныши и раздайте. Как мы вас с Питлордом обманули. Да. Что-то после фразы «Делишес» мне вот это ее лицо, типа, так, не особо, да. Мне пора. Ты быстренько, где они там, в подсобке. Так. Ну, что, собственно говоря, Питлорда мы не увидели. Что у тебя дилда прикольная? Не трожь мой дилда. Оп. У меня есть чувак. Ты что, чувака на дилду насадил? Я могу так сделать. Подожди. Вот так. Да. Ну, да. Так, что? Что они сказали? Я не знаю. А, там они переоделись просто в футболки. Ну, я не знаю, так как Питлорда у нас не появилось, возможно, он еще будет, но если мы прямо сейчас попрощаемся, мы все пропустим. Не, походу не будет Питлорда. Я так понимаю, дали инфу нашим ребятам, что... Эх, ну, да. Английские аналитики как бы намекают на они, то, что конец. Они, скорее всего, анализируют конец... прошедший матч 10 на 10. Я думаю, что есть что разобрать. Да, вот эти файт-рекапы, перевороты. Наработки стратегические, кто... Чья задумка оказалась более глубокой, кто... Вот этот... Камбэк со 110 хп просчитан весьма тонко. Муж пересел на керри с двумя рэперами. Да. Так, ну и что, в принципе? Можно подводить итог, наверное. Да, наверное, будем подводить итог. Сегодня был замечательный игровой день. Сегодня ребята из Virtus.pro показали нам просто феноменальную доту. Снесли 3 рейнджевых барака из 3. Пупей проиграл и шоу-матч. И не шоу-матч. Наверное, это грустно. Наверное, на этом можно и подытожить. Да, боюсь, моя улыбка выглядит весьма неуместно, но что поделать. Сорян. Ладно, дорогие друзья, шоу-матч подошел к концу, но сегодня очередной день интернешнл также подошел к концу. Ждем вас завтра, самого сранья, как говорится. Да, у нас завтра еще один день плей-оффа, и мы будем прощаться с вами. Спасибо огромное за то, что вы были сегодня с нами же. С вами работало огромное количество людей. Не буду, наверное, всех перечислять, но и до скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля. Пока, друзья!